Сегодня в правительстве области прошла торжественная церемония вручения государственных наград Российской Федерации. 32 жителя Поморья отмечены на высшем уровне благодаря своим делам, проектам и работе в самых разных сферах. На торжественной церемонии вручения государственных наград чествуют кого за активную общественную деятельность, кого за высокий профессионализм, а кого и за многолетний труд, как, например, Сергея Белозерова, старшего садовщика Архангельского целлюлозно-бумажного комбината, на котором он трудится почти 30 лет. Сергей Ильич теперь обладатель почетной грамоты президента Российской Федерации. Коллектив хороший, сплоченный, в принципе, да. Особенно в наше время это, наверное, немаловажно, да. Коллективу большое спасибо за поддержку, которая меня всегда поддерживает. Сергей Ильич не единственный, кто отметил поддержку окружающих. Теплых слов благодарности со сцены от награжденных удостаивались руководители области, коллеги, мамы, папы и вторые половинки. Сотрудник Севмаша Денис Долженков, например, поделился, что у них с супругой сегодня хрустальный юбилей. Дата запомнится и высокой наградой, почетной грамотой президента за вклад в разработку и создание новой специальной техники, укрепление обороноспособности страны и многолетнюю добросовестную работу. За труд Севмаша вручили, за наш труд, за общий, коллективный. Севмаш сегодня вышел на те обороты, которые сравнимы с оборотами при Советском Союзе, когда по 6 лодок сдавали. В том году мы сдали 3 атомные подводные лодки флоту, в этом году сдадим 2, одну уже сдали. Закладываем корабли, выводим из цеха, 29 числа выведем еще один корабль из цеха, поставим на воду, будем испытывать. Среди награжденных также деятели искусства, образования, медицины и журналистики. Россия всегда гордилась и славилась такими людьми. Эти люди достигли очень серьезных, впечатляющих результатов и доказали, что достичь таких результатов можно только своей увлеченностью и преданностью своему делу. Всего сегодня 32 жителя Архангельской области удостоились высоких государственных наград, среди которых ордена, медали, почетные звания, грамоты и благодарности президента России. Аким Самедов, Александр Кузнецов, Регион 29.